Сделай обзор на Point Blank. Сделай обзор на Point Blank. Вы серьезно? Максим. Солнышко. Сделай, пожалуйста, обзор на Point Blank. И ты туда же? Нет, ну... Вы просто все просили сделать на него обзор. Просил ты, ты, ты и даже ты. И это лишь самая малая часть. Писали даже те, кто любит эту игру, хотя знаю, что, скорее всего, я эту игру обосру. Но проблема в том, что мне нравится эта игра. Нет, серьезно, я понимаю, в ней есть дофигища проблем. Но, в принципе, ее концепция неплохая для... фри-то-плейного шутера. Я бы назвал его даже лучшим шутером фри-то-плей, но не назову. Конечно, он нравится мне больше, чем Warface, но больше баллов, чем Warface, я ему не поставлю. Слишком много противоречий, да? Как я сказал ранее, Point Blank хорошая игра, но имеет огромное количество проблем, из-за которых эта игра, грубо говоря, скатывается. Начнем с самого начала. Как вы помните, главное меню Crossfire отличалось самым офигенным саундтреком, который просто бесил наши барабанные перепонки. В данной ситуации у нас вот такая песенка. Честно говоря, мне это больше нравится, чем в Crossfire удары по мусорным ведрам. Хотя, мне кажется, было бы намного круче, если бы меню звучало бы вот так. Сразу же чувствуется, что заходишь в игру, где придется... пройти все приключения, а еще найти Скруджа Макдака и братьев Габс, Мамс, как их звали, Габс, ну тех трех мужиков, которые на педофилов похожи в вселенной и уток. Что я несу, боже? И первое, чем отличается Point Blank, тем, что он не особенно-то нас заставляет донатить. То есть ты заходишь, и у тебя слева высвечивается такое окошко, в котором находится реклама. Следовательно, в нем должно быть что-то, наверное, про магазин. Но самое интересное, что... там этого нету, но в большей части было лишь только о том, что произошло новое обновление и о том, что у них есть киберспортивная секта. Секта. Я неправильно, наверное, слово подобрал. То, что они являются киберспортивной дисциплиной. Вот так лучше звучит. Несколько раз. Я впервые вижу игру free-to-play, которая не навязывает донат. Скажу честно, я еле-еле смог найти магазин. В других играх free-to-play, в которых требуется донат, я находил его буквально... сразу же, в любом, между прочим, жанре, шутер или какая-то МРПГ, в любом случае. И скажу сразу, здесь донат не влияет вообще никак. Вы поверили, да? Конечно, я шучу, он здесь влияет, конечно же. Донат здесь дешевый, но опять же, он дает реальное преимущество в игре, причем реальное. И это находится не в оружиях, нет. Донат в оружиях стоит следующим образом. Допустим, есть какой-нибудь дроп за очки, ну это внутриигровая валюта, скажем так, которую вы получаете, выигрывая, убивая, там, выполняя миссии и тому подобное. И есть его адаптация в донатерском виде. И зачастую разница лишь в том, что в донатерском патроны 15 штук больше. Причем это во всех, практически во всех. Ну и одна другая характеристика выше оригинала. Например, разброс или урон. То есть донат особенно не будет ощущаться, если будут руки прямые. Даже между равными противниками. Но есть одна фишечка, которая правда будет... дичайше вас бесить. Это донат скиллов. Вот в этом и есть главная проблема Point Blank. Например, вы можете купить так, чтобы перезаряжать на 50% быстрее. Так, чтобы у вас, не знаю, пули были на 20% сильнее и тому подобное. Вот это как раз и является проблемой. Если бы это исчезло бы, было бы очень хорошо, честно. Получается, теперь даже скилл не будет влиять между равными игроками. В любом случае, тот, кто донатил, выиграет с этими скиллами. В любом случае. Будь хоть у него даже обычное оружие. Секунды в шутерах решают многое. Также есть, как и в других играх, скины, которые, ну, в принципе, вам ничего не дают. Некоторые покупаются за очки, некоторые покупаются за деньги. В принципе, ничего особенного. В этой игре существует 4 специализации. Штурмовик, диверсант, снайпер и налетчик. Штурмовик — это что-то типа специалиста средних расстояний, использующего штурмовые винтовки и холодное оружие. А диверсант — это то же самое, что штурмовик, только дислоцируется в глубоком тылу врага и бесшумно уничтожает противника. Где-то я это уже видел. Ну, а снайперы и налетчики, в принципе, можно даже не говорить. Снайпер долбит из всяких, там, углов, а налетчик просто бежит на мясо. Надеюсь, я правильно объяснил. Дальше. Существуют здесь ранги. И рангов здесь 50, то есть от самого маленького до какого-то генерала, если
я правильно помню. Но прикол этих рангов в том, что они, ну как мне показалось, бессмысленны. Я так понимаю, в рангах имеет смысл, если, например, в создании лобби ставится какое-то определенное ограничение по ним. Единственная разница, что вы можете найти, правда, ребята, на несколько рангов вас выше, только в лобби для опытных игроков. То есть существует здесь два вида серверов. Для новичков и для опытных, но это, скорее всего, подразделение под скиллу. И новичок может зайти для опытных. Спокойно, сразу же. То есть получается, в принципе, ранги не важны. Важны лишь руки. Хорошо это или плохо? Да без разницы, просто-то зачем? Не холодно, не горячо, пусть будет. Ну, ладно, кого это волнует. А вот следующая проблема, которая возникает из-за лобби с новичками, с опытными игроками, в следующем. На серверах для типа про играет просто огромное количество читеров, и их никак нельзя убрать. Господи, там относятся так по-хиристически к борьбе с читерами, что становится самому страшно. Нет, ну серьезно, Point Blank является, конечно, киберспортивной дисциплиной, и никто здесь не спорит. Поэтому в любом случае кто-то будет качать читы для того, чтобы пробиться куда-то. Почему нельзя хоть немножко поработать над своим античитом и заблокировать просто к херам всех читеров? И после этого идем сразу же к следующему. Как вы видите, графика. Нет, ну правда, 2008 год, выход игры. Я понимаю, тогда это было достаточно неплохо. Почему вы не хотите обновляться? Почему Warface каждый раз пытается улучшить свою графику, добавляя всякие апексы? Вы не можете за гребанные 7 лет хоть чуть-чуточку увеличить графику. Анимация убийств, анимация крови. Если бы я не знал, что это Point Blank, возможно, я подумал, что это какая-то трэшовая новенькая игра, которую сделали на коленках в туалете. А эти многочисленные баги, просто которые убивают меня. Был один баг, который меня просто удивил. Серьезно, я не мог подобрать оружие. Меня постоянно что-то тпшило в сторону спины, и я не мог подобрать оружие. Просто я выбросил все оружие и пытался его поднять. Ничего не помогало. Поэтому после того, как я сдох, я попытался сделать то же самое. То есть на месте же выбросил оружие, и я их уже спокойно поднимал. Что за хрень? А, например, если это произойдет на каком-нибудь киберспортивном матче. Представляете себе, ситуация один на один. Парень нашел оружие получше, выкидывает свое, пытается поднять его, а не получается. И вот он с ножом, ситуация один на один. А еще хуже, если это решающий раунд. Ну ладно, в чем мы только о плохом? Начнем, во-первых, с того, что там достаточно неплохая стрельба. Правда. Она даже на какой-то мере напоминает старые добренькие 1.6. И правда, очень приятно стрелять. Правда, иногда ощущается эта херня с донатом, и ты прям чувствуешь разницу между оружием противника и своим. Но, опять же, чутка потренировавшись, ты сразу же выигрываешь противника. Также всевозможные режимы, типа, например, битвы с динозаврами. Серьезно, я считаю, что это... правда круто! Вкратце, одна команда становится динозаврами, а другая команда становится спецназовцами, и они мочатся. И еще один очень интересный режим — это драка кулаками. Он, конечно, бессмысленный, но потратить пару минут на это, в принципе, можно. Ну и все остальные режимы находятся в стиле «поставь бомбу», «держи позицию», «подерись калашами», «подерись дробовиками», «подерись пистолетами» и тому подобное. То есть, в принципе, полный набор. И в этом... красота Point Blank, мне нравится. Подытожим. В принципе, Point Blank показывает из себя достаточно хорошую игру. Но я уже назвал проблемы, которые было бы неплохо решить на самом деле. И если решат эти проблемы, вполне вероятно, Point Blank действительно станет отличной игрой, которую будут с удовольствием люди качать и даже скорее донатить. Нет, донатить это нельзя. А так как это еще киберспортивная дисциплина, то будет просто бомба. Поэтому решать на самом деле вам, играть ли в Point Blank или нет. А на этом все. Не забывайте ставить лайки, как наберется 25 тысяч, я сразу же примусь за следующий обзор. Ну а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. А я желаю вам играть в хорошие игры, а я поиграю в плохие. Удачи, пока! Move along, just to make it through.